Ну все, Сёма приручил Жорика. И тоже. Отвлекли его немножко от ёжика. Вот. Мам! 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 Ну, видели? Да? Да. Ёжик. Есть они тут. Ну, тебе осталось, Вов, тебе теперь, короче, это твое желание. Смотри. А, Сёма. Ага, что там? Ага, вижу. Сёме выполнил он желание. Миша выполнил, да, Миш? Ну-ка, рассказывай, ёжик Федя, что тебе подарил? Змею подарил. Ну, управляй змею настоящую. Не настоящую, а игрушечную, да? Угу. Насте куклы, как она загадала, да? Настя, а тебе что ёжик подарил? Ты же сказал. Ну, сказал, ты сама скажи. Смотри, а то включится вышка. Да, да, Настя. Намотает тебя. Слазь. Она же на автомате стоит. Слазь. И будешь ты кротов отпугивать. Давай слазь, Настя, она может включиться. В общем, остался Вова. Вов, ну, твой подарок, конечно, ежик не потянет. Тут надо папе тут со мной скооперироваться. И тогда выполним вместе с ежиком. Жди немножечко, хорошо? Давай. Ну, вот так вот проходит мой день рождения. Играем, ежика нашли. Сёма уже не боится собачек. Сём, ну ты гладишь? А тебе кто больше, Жорик нравится или Марсик? Жорик. А потому что Жорик к нему больше приближается, поэтому нравится. И Жорику нравится тоже. Всем нравится. Только руки надо потом мыть. Ну понятно. Ну, зови его. Сём, зови Жорика. Жорик! Кричи. Жорик! Он уже идет туда, туда не пойдет. Он сам пойдет. Пойдемте туда. Пойдем. Все, сдружились уже. Сёма, Жорик. Вот тут они в этом кусту. Постоянно что-то ищут. Там тоже, наверное, кто-то живет. Вот я их отгоняю отсюда, там вода как раз и водой. Марсик, пошли. И главное не бояться колючки, они все равно ежа хватает. Мне доей. Тебе какой, желтенький или зеленый? Желтый. Классный лимон. Смотрите, тут еще один. Таркун. А, ну все. Мне мама таркун. Держи аккуратно. Вов, тебе что? Да, без разницы. Ну, Настя, смешно. Раздавай. Ну что, тост, кто будет первый говорить? Сын. Мама. Первый сон. Первый сон, первый сон, первый тост Михаилу предоставляется. Ну, говори, Миш. Так как я... Ну, это... ты глава семейства уже, ну, я да, уже... Я... Это моя семья. Вот семья полностью, есть... Мишина, видите, вот все тут в сборе, Сёма, от всех, Миша, от всех. Настя, и от каждого лично. Вова. Поздравляем тебя с юбилеем, 65-летием, до такой даты. Первый раз у меня такая дата. Первый? Да, никогда не было. Серьезно, да. Встал утром, думаю, глянь, первый раз у меня 60. Ну, подходил ты с давлением к этой дате, да, с переживаниями. Да. Теперь можно все откинуть, все проблемы, все заботы и продолжать дальше. Здоровье самое главное. Да, я убедился, что самое главное, когда есть здоровье, остальное ничего не нужно. А что давление не скакало, у нас цветной этот... Что? Напитки цветные. Да, безалкогольные. Да. Ну ладно. Радуга. Радуга. Не помню я там компании такой, которая четверть выпить бы не смог. Ура! Раньше было. Говори, ура! Представляете, ура! Четверть самогона. Все, с праздником. Ну все, принимаю ваши поздравления. Мишу плохо видно. Два Миши. Миша маленький, Миша большой. Нет, это не застывшее фото, это видео. Вот он уже целый час так сидит и смотрит в ведерко.
ну не час, а полчаса точно. Вот без единого движения, даже не моргает. Ухом только так ведет. Ну смотри, смотри. Давай ты. Ты как старший, после папы идешь уже у нас. А мама? Нет. Нет, ну как бы как из мужчин, да. Ага. Мама, понятно, что вторая. Мама ну... просто старая. Ну говори, бери. Старший. Ну мой тост самый короткий. Просто поздравляю с днем рождения. Вот, я всегда стремлюсь к лаконичности, краткости, потому что все пожелания, они не нужны, они все будут твоими. А себе пожелать только я могу, поэтому... Ну, да. Все, просто будь здоров, дед. Или даже не будь здоров, будь это где-то в будущем, а просто ты здоров, с днем рождения и все. А остальное я сам буду лично сердце. Ну, папа, конечно, он пожелал, потому что он старой закалки, старой формации, его трудно переделать. А вы молодые. Поэтому я не то, что вас переделаю, просто как бы как правильно и все. Все, Вов, я принимаю твой тост. Угу. Давайте. Мы тут вспоминаем. Конечно, я все не могу снять. Сема. Давай. Вспоминаю свое детство, что я помню себя с 7 месяцев. Никто не верит, конечно, но я, например, знаю, что это так. Подержись, пожалуйста. Давай, подержи. Пожалуйста. В общем, решили назвать видео, знаете как? Французский бульдог Марсик, Жорик. Почти пятница, да? Поняли? Угу. Почти пятница или почти пятница? Почти пятница. И почти пятница, да? Почти пятница, да. Ну ладно. Видео почти пятница, почти в пятницу. На, Сёма, твою бутылку. Понял? Марсик. Почти пятница. Сами догадайтесь, что это такое. Вообще, надо было... Вот Марсик, да? А этого надо было назвать Баунти. Баунти? Да. Ну, что-то да. Еще там взяли бы какого-нибудь рыжего, назвали бы его Твикс. А если ММДМС тогда еще. Ну, тогда надо было искать тебе какой-нибудь... Красную собаку. Красную, да. Покрасить. Ну что, почти пятница. Ну а потом тосты произнес Миша, Настя, Сёма. Но главное, вот они кто у нас. Вот они ожидальщики. Ну что, а для них тут сюрприз. Гляньте, сколько добра. Какую штуку? Вот это вот самое главное. Какую штуку? Ложечку. В общем, вот больше оставляйте хвостиков. И вон еще сколько пиццы. И вон еще сколько пиццы. Вот, поэтому мы сегодня накормим. Ну, гости уйдут. Я, конечно, вот зал ожидания. Смотрите, как тут они. И Жорик бедненький переваливается с ноги на ногу. Ну, ждите, скоро все. Момент истины наступит. Гости рано или поздно уйдут все равно, они не останутся у нас ночевать. Андрей, а мы сейчас и остались. Ну, оставайтесь. Все может быть. Все может быть, да. Но я тактично выпровожу гостей. И тогда вот это все прям вот, да, еще и лирику. Короче, праздник продолжается. Посмотрим, как тут Виктория жару переносит в магазине. Здравствуйте, тетенька. Здравствуйте, тетенька. Как у вас? Вот тут хорошо у тебя. Да, что вы говорите. А у нас на улице 39 в тени, а на солнце 41. А мы решили, знаешь, что приняли решение. Вино будем из вишни делать. Я сейчас нарвал. Вишня. Ужас. Вкусная. Только уксус не сделайте. Не, уксус не сделаю. А что, это все уже? Что? Ну, уксусом, да? Тютина. Ну, вчера пробовали. Но не будем пить его. Выливаем? Или так чуть попробуем? Пойдет. Ну, с вишней уже опыт наберемся. Ну, вишня просто чудо. Ну, что у вас тут хорошенького? Мороженка есть? Марсику. Марсику нельзя мороженое.
Ну, чуть-чуть, немножечко можно. Ну, принесешь на вечер мороженое? Для Марсика. Для Марсика. Ну, хорошо. Ну, что еще вам сказать? Ну, в общем, поехал я дальше. Все. Пока. Пока. Вот. Вот обходи сюда. Теперь Виктория меня снимает. Я хочу возле этого дерева сняться и сказать о том, что здесь комаров много, о том, что то дерево посажено мною как бы в будущее, чтобы заменить это дерево. Потому что когда оно рухнет, оно может в любой момент рухнуть, это дерево. Мое дерево останется, заменит его и продолжит рост. Вот когда-то я на эту ветку залазил, вот, когда она еще ниже была, дерево. Сейчас, конечно, сюда не залезешь. Вон, кора. Ну, попробуй. Штаны измажешь. Да. Можно и сюда залезть. Ну, пока так. Привет, земляне. Я на ту белолиску залазил, теперь вот на этот. Да, здесь можно залезть по коре. Сейчас еще. Ну, братцы, уже вон кора. Я весь в саже. Весь буду черный. Ну, тем не менее, хотя бы так. Ой. Ну вот. Вот такой репортаж. А потом посмотрим дома сыночка от этого дерева. Вот поэтому мы специально сюда приехали, чтобы показать вам. Я Александр Док. Ну что, прибалдело? В общем-то, принцип такой. Кто не пьет, тот вливает водку, тот большой бокал, вино. И некоторые извращенцы за тем столом выливают вино. А я выливаю свое вино в Викторию. Пей, давай быстрее. Сейчас другой принесу. А тут приносят каждые 5 минут. Для тех, кто желает полностью узнать, каким способом молодой человек, обратите внимание, с обратной стороны есть контр-тикет. Я ж был на море в прошлом году и забыл еще. Ну, смотрите, хочу вам показать. Убираю эту бумажечку. Это надо сделать аккуратненько. Вот. В общем, там медуза. Нет. Это, подождите, не трогайте. Это сухой скорпион, засушенный. Просто аккуратно разворачивайте, чтобы не поломать ему лапки. Александр, он не живой, все. Действуйте. Разворачивай потихоньку. По очереди можно? Да, я же боюсь, Лена. Да не бойтесь. Прыгнет. Вот ты. Да не прыгнет. Александр, я вам после этого... Аккуратнее. Курицы я уже не верю. Блин, Александр. Ну что? Что вы-то боитесь-то? Что вы испугались-то? Это пуговица и все. Ой, мамочки. Просто пугается резинка, я ее запекну. Я на больничный уйду. Я до слез даже. Ну что, ну... Александр, вот вы над нами так. А как вы так сделали? Ну скручивай его и все. Крути его, накручиваешь его, заворачиваешь. И даешь кому-нибудь. Кто у вас? Женя! Женя уже видел. Да он ничего не пробовал. Он уже видел. Не-не, сильнее. Еще сильнее? Сильнее, крути. У меня же сердце заболело. Там кто в магазине? Баба Таня? Да, не надо ее пугать. Почему? А, Наталья была бы, да? Ну, сейчас я кого? Я вам оставлю, короче, вы это самое, кого-нибудь напугаю. А потом вот так же? Или вот так? Да какую? Разницы нет. Ты только сюда вот в эту. Вот так, раз, чтобы она... О, и... Заворачивай. Подожди, нет, сначала нет, вот так. Вот так. Сначала вот так.
А потом вот так, а да? А потом вот так, да, да. Ну, потренируйтесь, да не спеши. Сейчас Леха мой приедет. Ой, ну, потренируйтесь. И теперь это. А я смотрю, у Лехи сердце слабое. У Лехи, да, не. Нет? Мне мама его не простит. Так, тихо, не, плотно не надо, чтобы свободненько было прям вот так. И все, да? Вот так, раз, там, и все, да. И этой скрепочкой тут где-то было. Вот она. Скрепочкой сверни. Ну, давай, разворачивай. А чего она так? Короче, сильнее накручивай. Да, да, на видишь, у тебя не, да, не это, поняла. Не сильно запрыгивает. Так, ну что, поехала я дальше. На сегодня хватит, да? Вы в следующий раз приезжайте с корвалолом. С корвалолом, да, с валидолом, да? Завтра скажем, это и с валерьянкой. Передали ей. Ну а что будет дальше, короче, потом нам девчата расскажут. Вот ты не поверишь, но я был на многих водоемах, и на платных, и на так называемых запретках. Слушай меня внимательно, Марсик. И нигде, ни разу я не платил за ловлю рыбы. Никогда. В течение 40 лет. А знаешь почему? Потому что я задавал один и тот же вопрос. Знаешь какой? Вот смотри. Вот раскидываю я удочку, закидываю. Поплавочек стоит мой. Ну, все, подходит дядя, слышишь, какой-нибудь там, и говорит: а вы знаете, что в этом месте ловить нельзя рыбу? Я говорю: да нет, не знал, конечно. А можно вопрос задать? Он говорит: да, задавайте. Я говорю: и прокурором здесь нельзя ловить? Он смущается, дядечка, уходит и говорит: ну, я ж не знал, что вы прокурор. Ну, я был готов, если он вдруг спросит: а вы что, прокурор? Я говорю: да нет, я что, я же вас спросил. А что, спросить нельзя, что ли? И вот таким образом часто так вот подходит, и двое, и трое, и на машинах подъезжают, на джипах, на крутых. Ну, все, там, намерены прям меня забрать и удочки поломать. А у соседей так и делали, они ломали удочки у соседних рыбаков. А я сижу чинно, когда ко мне подходит, я просто-напросто задаю вопрос: а что, зампрокурору здесь нельзя ловить рыбу? Или, например, они говорят: ты бесплатная рыбалка там. Я говорю: а скажите, вы с прокурора тоже деньги берете? И они уходят, один даже мне честь отдал. И вот так в течение 40 лет я ни разу нигде не заплатил, и ни разу никто меня не выгнал ни с одного водоема. Потому что я просто-напросто задавал вопрос. И еще я тебе скажу, Марсик, более того, даже когда я подъезжал на стоянку, на платную, ко мне подлетает раньше, еще в 90-х, помню, такие лихие парни под 2 метра ростом. Слышишь? И говорят: ну что, здесь платная стоянка. А я спрашиваю, я говорю: скажите, а с инспектора налоговой службы вы тоже берете деньги за стоянку? Нет, они смущались, поворачивали и уходили назад. Никто с меня никогда не брал деньги за стоянку. И я всегда был готов ответить, что это просто вопрос. Это не утверждение, это просто вопрос. Ну, никто мне не переспросил: а вы правда прокурор, а вы правда инспектор налоговый? А покажите удостоверение. Да откуда оно у меня? Я просто задавал вопросы. Марсенчик, ну ты ж понял, что такое сила вопроса? Вот всегда используй это. И Жорику расскажи, научи его уму-разуму. Если вы видите, где-то что-то лежит там, какая-то еда, не надо спрашивать. Берите и кушайте ее. Ну что, хорошая история. Вот так вот со мной эти истории идут бок о бок. Сначала анекдот, а потом все это в жизнь превращается. И я это использую. С умом, конечно. Поэтому, знаешь, как говорят, Марсенчик, говорит, спрос не ударит в нос. Да? Никого еще он не ударил в нос, а пользы приносит. Иногда идешь куда-нибудь, попробуй спросить. А знаешь, как говорит, нельзя это для тех, кто спрашивает. А кто не спрашивает, для них можно. Да, Марсенчик? Ну что, пойду я смотреть на поплавок. Я с тобой отвлекся на рассказ. А нам надо еще поймать вторую рыбку. Да, Марсик?
Надо поймать. Смотри туда. Пойдем на поплавок. Здравствуйте, земляне. Я Александр Дог. Вот в гости ко мне приехала дочь Галина с зятем Дмитрием и внук Дмитрий. И мы вот вышли с Марсиком. Гал, помаши человечеству. Вот. Так, пап, смотри. С Жориком. Сейчас, подожди. Сейчас она мне будет задавать вопросы. Я буду их водить. С нами собачки. В общем, маленькую экскурсию. Сейчас я переключу. Здравствуйте, земляне. Я Александр Дог. Сегодня у меня в гостях дочь Галина. Она живет в Краснодаре. Приезжает каждый месяц ко мне. И делает подзарядку своего организма в саду. Ходит. Получает релакс, заряжается бодростью. О, а это откуда прибежали товарищи? Марсик и Жорик с нами будут ходить. В общем, Галина, год назад, помню, когда я снимал первое свои видео, я ходил и просто молча снимал все, что видел. А она говорит: пап, ну неинтересно, ты ходишь, молчишь. Показываешь, да, у тебя красиво в саду, но ты не комментируешь, ты ничего не объясняешь, ты просто молча ходишь и снимаешь, неинтересно. И я после этого стал комментировать, стал разговаривать и стало интересно смотреть мои ролики. Поэтому я благодарю Галину за то, что она подняла уровень моих видео. Вот, и этот видео посвящается сегодняшней ей. Вот. Пришла пора, уже Жорик подрос, будку не помещается. Что там, Дима, у тебя там? У меня появилась собачка, мистер Колбаскин, маленький такой. Ага. Полутакса, полудворняшка, смешная, с большими ушами. Для него, как бы, для него эта будка самое то будет. В общем, а ты Жорик предлагаешь уже... Жорику, да, больше будочку, а эту подарить мистеру Колбаскину, да? Да. Потому что, смотри, у него попа, он помещается, а он нет. Жори, это как назвать такую будку? Не знаю. Полубудка. Полубудка, для, но не для полужорика. Такая полухата. Полухата. С чем сравнить? Да, смотри, смешно. Лежит, главное. Нет, любитель. Этот вон, видишь, лежит тут весь, а этот наполовину. Да, а он там вообще лирик спрятался. Лирок, а ты где там? А он там, его коронное место. Лирик, а ты что? Охлаждается. И все на бетоне лежат. Видишь, бетон прохладненький. Ну, да. И они на бетоне лежат. А Марсюнчик, он еще распластается. А этот почему-то решил, что попа должна быть в тепле. Ну как, говорит, ноги в тепле, а голова в холоде, да? Жорик, никто не догадается, что это такое. Мне сейчас сказали, это форма для сахарной головы. Вот она, сахарная голова. Варенье. Ну кто слышал что-нибудь о сахарной голове? Раньше их ставили перед самоваром и смотрели на этот сахар и пили прикуску, называется, приглядку. А это модель магазинчика старого древнего. Вот она, форма такая. Я думал, это бомба. Это форма для варки сахарной головы. Дождик опять начал накрапать. А это сад. Сад графов Толстых. Здесь, конечно, красиво. Ну, правда, яблочки миленькие, не то что наши. Ну, есть Антоновка, белый налив. В общем, такой сад. Такая вот роща березовая впереди. Очень красиво. И дождик. И мы идем с Викторией. Поймал дед золотую рыбку.
И молвит она ему человеческим голосом. Отпусти меня, старче. Не отдавай меня этим собачкам. Отпустил ее, старче. О, а желание забыл загадать. А это... А у него и нет никаких желаний. А может быть, это и есть счастье? Не иметь никаких желаний, а просто быть счастливым, и все. И весь секрет. Будда! Перловку рыбу мою. Нельзя, кашку нельзя. Блин. Ну а что, сейчас поест, я тут на что буду ловить рыбку? А мне и так, рыбки есть, марсик есть. Вот у меня еда есть, Жорик есть, Виктория есть, все у меня есть. Вот оно и мое счастье. Поэтому ничего я не сказал рыбке. А просто сказал, плыви, дорогая, и все. Все мое счастье во мне, а не в тебе. Здравствуйте, земляне. Я Александр Дог. Сижу я вот, видите, на заваленке вот здесь вот. На улице Пушкинской, в городе Тулы. Жду Викторию, она пошла в магазин купить водички. Пить хочется. Вот сижу я, люди проходят. И даже не представляю, что сам Александр Дог сидит вот здесь, вот в Туле. И они проходят, как будто бы простой человек сидит, самый обыкновенный. Как-то аж обидно немножко. Вот еще один человек прошел, вот он. Вот они тут ходят туда-сюда. Ну что поделаешь? Ну так им и надо. Может, рядом проходил и не знал, а на него сам Александр Дог смотрел и созерцал. А он и не знал об этом, и не догадывался. Вот такие дела. Вот они идут, идут люди, но это идут, вот они люди. Вот они проходят. И никто даже не подозревает, что прошли мимо Александра Дога. Привет, земляне. Здравствуйте, земляне. Я Александр Дог. Вот нахожусь в одном из лесах или лесе под Тулой. Смотрите, здесь непродираемая, непроглядная чаща. Деревья, сплошные деревья. Конечно, мы здесь не можем заблудиться, потому что здесь есть просека. Что такое просека? Вот я первый раз вижу. Видите, вот она сзади меня. Это просека называется. Поэтому мы, конечно, дойдем до машины, но если уйти вправо-влево, а здесь еще нет и связи, и ты, если не местный и не знаешь, куда идти, то довольно жуткое зрелище. Ну, на память я решил взять, смотрите, что здесь вот много валежника, деревья пиленные. Сейчас я переключу камеру. Когда я вижу такие сосны, я прям останавливаюсь, они меня завораживают. Настолько вот величественно, красивый вот этот коричневый цвет. Я в себя в саду посадил такие. Но вот видео так не передашь, как я глазами смотрю. Ну, а вдруг как-то еще и получится передать ощущение величия. Идешь по такой аллее, просто, ой, как-то аж, знаете, даже не знаю, как передать это ощущение. Вот видишь такую сосну, подходишь к ней, вот она какая здоровая. Просто дорожка. Вот так приятно по ней идти. Ты ощущаешь себя таким незначительным, а природа такая величественная.
идем к реке Ака. Я ни разу не был на Оке. Какая она. Не предугадаешь. Широкая. Шире Кубани. Бакины стоят. Значит, она судоходная. Вот такая река Ака. Люди купаются. Но это уникальные люди, конечно. Это как Артур Алиев. Он тоже уникальный человек. Купается зимой, летом. Будем купаться. Попробовать водичку. А течение почти не видно. Ну что, если людям негде купаться, да? Ну что, будешь купаться? Я столько не пью. Ну что, сейчас попробую водичку. Чистый песочек. Да. Чуть не вырвалось. О, мужика, уже вырвалось. То, что я хотел сказать. Короче, ну, может быть, не знаю, сколько надо выпить, чтобы залезть такой. А я не пью. Ну, красиво. Берега песчаные, чистенько, вода светлая. Наша Кубань, конечно, не такая. Ну, литров 5, если выпить, можно скупаться. Я столько не пью, и ты не выпьешь. Так что пойдем. Пойдем дальше, наверх. Откуда пришли. Ну, зато посмотрели. Вот она, река Ака. А мы поехали дальше, в Богородицк. Здравствуйте, земляне. Я Александр Док. Моя профессия – изготовление вот таких самозаточных тяпок. А сейчас я нахожусь в Тульской области. Вот такой населенный пункт под названием Тяпкино. Поеду и покажу туда наши тяпки. Там, наверное, живут люди, которые делают тяпки. Ну, в общем, вот встретился нам такой населенный пункт. Здесь кругом леса. Сплошные леса. Видите? Леса, 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 леса. И вот такой вот населенный пункт. Ну, не знаю, судьба вот завела меня сюда. В общем, короче, для меня загадка. Ну, попал, видите, кто о чем думает, тот туда и попадает. Вот я попал сюда со своей тяпкой, видите. Знаете, как говорят, мир тесен, и пути Господние неисповедимы. Так что, и все дороги ведут в Рим, а мои дороги все ведут к Тяпкино. Пока. Едем платный терминал, платная дорога, ну, терминал для приема денег. Я заметил одну особенность: если произнести слово Александр Док, шлагбаум открывается. Вот смотрите, подъезжаем, Александр Док, опа, и шлагбаум открылся. Такое магическое действие оказывает слово Александр Док специально для моих подписчиков. Пользуйтесь этим изобретением. Произносите слово Александр Док, и перед вами все шлагбаумы будут открываться. Вот такие гости
Иногда к нам залетает, ой, красавчик, ножку выставил. Кузнечик, я люблю кузнечиков. Ну что ты? Ну покажи ножки. Ага. Какой величественный. Как ты сюда попал? Как тебе сюда занесло, кузнечик? Запрыгнул, сетка же стоит. Москитная, вот она. Вот тут закрыто. Тут сеточка. А куда? Ты в какую дырочку ты залез? А? Ну красивый. О, какой. О, какой красавчик. Сейчас хожу. Еще одного красавчика у нас. Вот он. О, какой у меня кузнечик. Ну, признаешь ты? Два кузнечика. Не боится. Ну что, да? Давай, давай, ползи. Ползи. Да, вот такой вот золотой кузнечик. И вот такой кузнечик живой. И, конечно, живой кузнечик не сравнится ни с каким золотым кузнечиком. Ну что, выпускаем? Сделаю фоточку еще. Вот так. Ну, в общем, хочу обобщить все это видео такой фразой. Вера, надежда, любовь. Вот этот взгляд, он олицетворяет собой веру, надежду и любовь. Любовь к колбасе и к рыбе. Вера, надежда и любовь к рыбе и к колбасе.